дальше проедем на Серафима Камня. Есть такое место. Серафима Камня. Чем это связано? Там было замечено, что в этом месте определенная благодать постоянно присутствует. И со временем там начали в этих местах подниматься камни из земли. Гранитные глыбы гладкие. В лесу, где нет вообще камней, где нет ни гор, ничего. Обычная наша лес, полоса наша российская. И они поднимаются с земли гранитные. От прикосновения к этим камням были исцеления. Люди исцелялись, получали вразумление. И со всей России, и за границей. Я встречал там и из Франции паломников наших, которые уехали там в начале 20 века. Там миграция была после переворота. С почитанием к этому месту. Серафима Камня. Значит, там эти камни, поднимаясь из земли, и буквально года три назад появился еще один камень, которого вот не было до этого. То есть буквально это на моих глазах, я сам это видел. Саровские леса, по которым ходил Серафим Саровский. Вот они какие. Смотрите. Ну вот они и камни. Какие-то эти. Основной камень, вот медведь малый, и вот богородичный третий камень. А вот этот четвертый, который несколько лет назад появился, маленький. Богородичный где? Пойдемте, богородичный. Там по контуру как бы богородица. Вот, по лику похоже на богородицу средок, но с господом. Мы здесь это впрямую-то не увидим. И сейчас вот свет так ложится, как непонятно. Ну вот такое очертание. Угу. Но когда бывает, то знаешь, когда вот как-никак такие прямые солнечные лучи более выражены. Сейчас вот так вот. Тут вот как бы вот такое ощущение, как будто лик Богородицы вот здесь вот и вот здесь Господь. Ну, кто их тут ловил? Давайте, Виктория. Эй! О, в лесу. Эхо. А-а-а! О, лучше у тебя идет. Кричать обычно. Да. О. Ау! Вот часовня Батюшки Серафима. И здесь можно оставить записочку. Можно сказать, что я сейчас. Да? А, вот это. Это что, прям присесть на меня? Вот такая вот здесь часовня. Здесь оставляют свои комнаты. Вот все это приносное. Вот Богородица Милейная. Батюшка Сергий Радонежский и Серафим Саровский. Такой вот и есть лик совместный. С Передоном Тримифонским. А это вот такой. Да, это что-то новое. Я тоже так думаю. Ну, Богородичное. Только бы российское Богородичное, да. Да, все наши святые здесь. Удивительно вообще. Да, вот такой вот. Часовня вот на Серафима камнях. Люди оставляют иконы свои, вот это вот все вы видите. Оставляют. Тут можно оставить записочку, помолиться. Здесь есть священник, который подбирает эти записки. Да, камням лучше да попробовать. Они, как бы сказать, самую жару прохладно
нас, видите, здесь подмел, даже следов нет, ни один. Можно ложиться? Да, надо ложиться. Надо ложиться, бежим. Будь здоров. Будь здоров. Благодарю. Таким еще Геннадий Петрович виноват, никто не виноват. Я тоже прям последую вашему примеру и присяду. Прилягайтесь. Давай, давай. Действительно, какая-то идет процедура. Ага. Я тоже последую вашему. Да? Не могу же. Всем подряд прикоснуться. Надо всем, да, ложиться. Правильно. Ой. Вот это и... О, да, отсос. Ну, ложись так, третьим. Давай, это очень интересный кадр. Вид? Я, короче, видел? На небо смотрел? Да, на небо удивительно, видишь. А мне сейчас позвонки встали. О! Да, вот тут прям боками не лег. Попростили, да? Встали, да. Дрын-дрын-дрын-дрын-дрын. Да. Хорошо. Сам по себе. Да. Вид красивый, да. И береза такая мощная. Такая. Ой, меня опять едят комары. Я рада, конечно, такой вселенской любви ко мне. Но я не испытываю, в свою очередь, того же самого. Одно радует, видимо, кровь не отравлена. Конечно. Обратите внимание, вот тут как тихо, а вокруг как будто ветер. А да. Вот он вверх, куда да. Пошел так сейчас. Зашумел. Камни здесь, как по преданию, 19 век, вот отметили это, 19 век. Да, это давняя история, вот эти все Серафимы камни. И толком нету о ней информации, кто, чего, как, противоречиво идет информация. Там синий камень есть. Ага. Есть. Сколько его не убирают этот камень, камень возвращается сам на то место. Да. Клещеев это в этом... Переславзалесский. Переславзалесский, да, Клещеев. Кстати, место видное тоже. У нас в России столько святых мест, это просто кладезь какой-то. Да. Да. Здесь лето, благодать. Как продавлено, что ли? А это что, пластмасс, что ли? Как... Ой, нет, правило. Это... А как выжжено. Выжжено. Так сделано классно. Да, в дереве как будто прям космос какой-то. Да, продавлено, да, выжжено. Красиво.
Стояла у дерева возле икона, обнималась, не было ни одного комара рядом. Только отошла, это кстати. Четвертая. Четвертка, да? Вот новый появился недавно. Вот за тобой. Это малый медведь камень, как он на боку лежит, ножки его голова. Вот этот малый медведь, да? Да, малый медведь. Он, значит, будет расти, будет подниматься. Ну, видно, что они еще намного глубоко находятся в земле, да, далеко. Потому что можно ведь подумать, что это размывает землю, и камень омывается, поэтому становится. Но тут же. А он, когда мокрый, насыщенный цвет гранит. Темный. Да, мощный такой, красный медведь. Настоящий гранит, как бы смолой зачерненный. Вот эта чернота, это вот смола, как каплевидно попадает в деревья. И вот. Вот здесь камушки сложные тоже, наверное, не просто так. Вот это недавно появился, я прежде такого не видел. Тут тоже. Напоминаю. Обрести силы жизни. Ну да, рекомендуют. Кто калачиком говорит, вот так вот свернуться надо полежать. На медведь камни, да, полежать, энергетику взять. Да, тут по-разному. Ой, ну голова здесь, да, начинает так идти. Ситуация. Угу. Ух ты! Комары, да, что-то прикормились. Они своим свистом. Новые, новые пришли. Свежак еще. Лети сюда. Ты аккуратнее, ты спрашиваешь, можно к вам присесть? Угу. Вопросы задают. Угу. Осторожно, так вот.